Девиз недели – гармония души и тела. Овны вас ждут большие перемены. Кому-то пора встречать суженого, а кому-то бежать от прошлого. Пока Венера дружит с Меркурием, львы горды собой, своими детьми и подчиненными. Кроме аплодисментов, ожидается и премия. Стрелец, старт мая может не оправдать ваших ожиданий. Пока порадуйтесь за друзей и родных. Зарядитесь позитивом, включив яркое свадебное шоу на канале TLC HD. Телец, если день рождения позади, то удача рядом с вами. Любая перемена обстановки во благо, когда вы пассажир. Делом на пользу новые впечатления, премьеры, экскурсии, диспуты, а еще их могут приятно удивить чудеса техники на канале «Наука». Козерог, не путайте работу с тусовкой. Конфликт с начальством отразится на качестве вашего отдыха. Близнецы, все отлично, дела идут туда, куда вам надо, но не расслабляйтесь. В разговорах не получится узнать, кто тут правее. Весы, включите интуицию и вспомните недавний эротический сон и решайтесь. Водолей, учитесь властвовать собой, никогда не ругайте себя понапрасну, старайтесь садиться только в свои сани. Рак, весенняя усталость берет свое, похоже, белке пора поменять колесо или хозяина. Скорпион, наконец-то начальство оценит ваш творческий порыв, а к уикенду готовьте стильные наряды. Смелее черпайте вдохновение на модном канале Fashion One. Рыбы, ошибки понедельника аукнутся к четвергу. Будьте готовы отвечать за последствия. А звезды и я желаем вам удачи.